Насколько эффективна вакцина? Привились ли сами врачи? В следующем сюжете мы попытались дать ответы на самые частые вопросы. Иммунизация продолжается. Мы решили узнать у прохожих, какие вопросы у них есть по вакцинации к врачу. Отвечает на вопросы заведующая эпидемиологическим отделением университетской клиники Казанского федерального университета Татьяна Шляпченкова. Ну, в первую очередь, именно эффективность. То есть, насколько велика вероятность того, что я не заболею во второй раз. Тех людей, которых мы привили, это более 2000 уже законченных вакцинаций. Случаев заболевания коронавирусом не было. Ну, как переносит человек, если вдруг что-то... Как плохо себя почувствует, куда, как сразу обращаться, что делать в таких ситуациях? Даже по инструкции есть допустимые реакции, то есть когда организм работает, вырабатывает антитела, это такие реакции, как повышение температуры, недомогание, слабость, но эти все состояния проходят через 1-2 дня. И если эти состояния длятся более 3 дней, уже обязательно нужно обратиться к врачу, там, где делал прививку, или вызвать на дом, если есть возможность. Привит ли он сам? И ну, какие советы после прививки может он дать, например? Как себя, ну там постельный режим, вот это все, что делать? Вот. Мы все привились уже. Я уже месяц назад привилась. После прививки не рекомендуется купаться, не рекомендуются бассейны, заниматься спортом, фитнесом. В течение 3 дней исключить алкоголь. Напомним, все желающие пройти вакцинацию могут это сделать в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу улица Вишневского, 2А. Для этого нужно предварительно записаться через интернет-портал госуслуг или позвонить по телефону 233 30 00. Илья Андреев, Ленардо Влетьяров, Универньюз.